Раз, два, три. Есть, он не попал в меня. А он меня не попал. Так, в этого теперь. Раз, два, три. Есть, готов. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда-плей. Что ж, продолжаем играть в танки. Так, давайте выберем, посмотрим, какой танк мы выберем. Давайте выберем кобру. Так, здесь усилитель кобры есть. Давайте повысим. И возьмем... Да нет, пускай будет авиаудар. Попробуем. С авиаударом. Все, поехали. С авиаударом мы будем непобедимы. На, получи. Есть. А, нет, подожди. Тебе еще надо? Подбили. Подбили немножко нас. Да, ё-моё, это здесь вот эти вот будут... Самолеты летать, что ли? Это, ребята, нам не интересно. О, смотри, какие жирненькие. На! Еще. Ух ты, прям в меня попал, да? Да в меня-то зачем стреляешь? Алло. Раз, два, три. Есть, он не попал в меня. А он меня не попал. Так, в этого теперь. Раз, два, три. Есть, готов. Готов. Следующий. Так, смотрим. А, едет, 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 едет. Мы вот, у нас там маленький танк. У нас хорошо так подъезжать. Прям и стрелять ему в днище. Так, здесь будут опять эти ракетки. А, нет. Чувак едет. Ох, нифига. Нифига, тихо, тихо. Как ты меня через холм стреляешь-то, алло. Так, надо будет немножечко нам, ребята, аккуратней. Так, этот у нас будет... А, этот стреляет у нас. Ё-моё. Ну, давай туда. Я тебя подстреляю тоже. На, получи. На, подбил я его, подбил, наконец-то. Хорошо. Так, тихо. Ух ты, за что? За что ты меня щелкнул, а? Слушай. Так, вас там двое, да? А двое на одного? Неплохо. Неплохо вы, ребята, справляетесь. Двое на одного. Это разве хорошо? Ой, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк под это видео. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы я выигрывал. Ух ты, видишь, как я сразу этого стрельнул? Еще одно, еще один удар. Есть! Уничтожили. Теперь надо танк побить. Ой, давай этот авиаудар позовем. Ой, хорошо, хорошо. Так, авиаудар нам помог немножко. Да, ё-моё, сколько вас много здесь, алло. На, еще едет, смотри. Еще главное, вертолетчиков куча. Как мне вас всех подбить-то? Ой-ой-ой-ой, есть, есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, зачем, за что? Вообще, два вертолетчика вы меня подбили-то так, а? Ребята, давайте поменяем танк, наверное. Поменяем танк на наш большой танк. Где у нас танк большой? Вот он. Давайте его берем. И с этим танком, я думаю, у нас будет легче проходить бой. Так, смотрим, ждем. Ладно, здесь можно на монетки. О, монетки! Нифига себе, куча монеток. Но обычно здесь куча танков с этими монетками. На! На тебе, есть, уничтожили. Вот это я люблю, этот танк. Титан. Он вообще мощный. Очень-очень мощный. Так, чувак, на тебе. Видишь, с одного удара я его выношу. Ой-ой-ой, промахнулся. Ё-моё, второй раз промахнулся. Так, ну третий раз-то я не промахнусь. А, и третий раз промахнулся, да как так? Так, вертолетчик летит, смотри. Сейчас я его щелкну. Сейчас он подлетит. Вот он летит. На, отдыхай. Есть, готов. Так, ну у нас, в принципе, и жизни достаточно-таки. Я не знаю, что с этим танком тогда делать. Ух ты, нифига! Два самолета сразу на одного, это вообще нормально? Я считаю, что это ненормально, ребята. Вот, смотри, обстреливает меня, да? А ну-ка, сейчас я тебя на этом холме щелкну. Ах ты, ё-моё, еще живой остался, гадина. Гад. На, есть. Одного подбили. Так, а здесь у нас танки едут. Ладно, сейчас мы тебе... Ах, улетел. Так, а ну-ка, где у нас тут? Почему я в тебя не могу попасть, алло?
Так, смотри, какой ты быстрый, а. Давай этот. Так, все, здесь уже нельзя никуда лететь. Давай, лети сюда. Давайте сейчас щелкну. Опля, готов. Пилот, истребитель. Давайте сразу подлечимся немножко. Чуть-чуть есть. Надо будет улучшить лечение это. Так, этот сам себя зафигачит сейчас. Есть. Этот сам себя уничтожил. Малыш, на... Да, как так? С одного удара ты должен у меня отдыхать. Так, а ну-ка. Вот, вот ты мне здесь вообще не нужен. Я вообще-то с этими ребятами тут воюю. На, хорошо. С одного удара. Где тут еще вертолетчик этот? Сейчас полетит. О, прям в меня. Ой, красавец. На. Где? Где у нас вертолетчик? Нету вертолетчика, ладно. Ну, где-то должен быть. Я его не добил тогда. А, танк, танк, танк. Сейчас. Так, у тебя что-то есть? Урон какой-то, нет? Он должен подъехать поближе. Он, я знаю, он может это сделать. Вот, видишь? Все он может. Все у него получается. А ну-ка, сейчас я отъеду. О, видишь, сразу подъезжает. На! Давай. На! Еще. Так, ну он же меня не попадает. Нет, нормально же все. Чуть-чуть, чуть-чуть еще. Есть. И еще чуть-чуть. Ой, мимо. Мимо. Есть, подбили. Подбили, ребята. А, у нас вон кто. У нас бандит. Босс, это вертолетчик. Ух ты, нифига себе. Ой, красавец вообще, бомбардир. Ой, красавец, прям вообще. Даже слов я не нахожу. На, 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 еще тебе. Нет, уехал. Ладно. Сейчас мы здесь. На, еще, еще, еще один ударчик тебе. Есть. И еще раз. Готов, отдыхай. Бандюган, а. Все, босс, босс повержен, ребятушки. Отправляемся дальше. И мы сейчас с вами откроем, наконец-таки откроем сундучок. Что же там лежит? Так, 18 монет. Ну, это не слишком... Я не то, что я хотел, конечно, 18 монет. Ладно. Поехали в классический тогда. Подзаработаем монеток. У нас почти что 1500 монет. Давай в зимнюю войну. Давайте берем вот этот наш титан. И отправимся. Отправимся в бой. Посмотрим, сколько мы сможем монеток заработать. Где-то здесь должны быть танки уже. Тихо. Вот за этим холмом они будут. Смотри. Я ж сказал, только мне стоило подъехать. И они вот здесь. На. Так, сейчас я назад отъеду. Получи. Тоже. На, держи. Какие же вы предсказуемые танки. Ну почему я должен подъезжать так близко, чтобы вы начали появляться? О-о-о! Так, этот перевернулся и стоит. И как же мне тебе, скажите, пожалуйста, взрывать? Так, этот стал, мне мешает. Ладно. Хоть уничтожили его. О, следующий едет, смотри. Бомбардир. Ах, мимо. Ладно, придется мне на тебя прям наезжать. По-другому никак. Так, зайчик. Зайчик, зайчик вышел из леса. Готов. Готов, зайчик наш. Еще один зайчик. На, получи, отдыхай. На, конфету получи. И ты тоже. И ты тоже конфету получи. А, и босс едет. У нас босс армада. Ага, нифига себе. Так, давайте стрелять. Может, попадем? Да, попадаем нормально. Хорошо. Все. Уничтожили моего босса этого. Отлично. Сейчас немножечко залечимся. Есть как раз он у него коробочку оставил нам. Все, подлечились максимально. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. На. Подарок. Так, сейчас он стрелит меня, нет? На. Ай-яй-яй, мимо. На. Отдыхай. Хорошо. Едем дальше. Кто здесь еще у нас будет, ребята? А, вот, смотри, малыш. Малыш идет, стреляет.
Так, ему сейчас прям в голову. Опля, есть. Все. Монетки. Монетки, это очень классно. Это очень хорошо. Так, а ну тихо, хватит меня стрелять прям так усиленно. О, нифига мы его с одного удара. Так, вот еще бомбардирчик едет. Вот этого я не люблю. Вот этот мне не нравится. Давай еще пару таких контрольных выстрелов сделаем. Вроде бы там никого не было. Не, никого нет. Лучше, знаешь, парочку выстрелов сделать, чтобы, знаешь, наверняка... О, видишь? Кто-то там стоял, и мы его уничтожили. Это хорошо. Опа, видишь как? Надо стрелять прям в них.